Как прошла конференция, дорогой? Мы произвели фурор. Вот за что я люблю компьютерный бизнес. 15 лет Гарри Таскер вел двойную жизнь. Господин президент, наш человек уже внутри. Пересылаю. Есть. Как раз вовремя. Мне кажется, мы не знакомы. Рэнквист. Гарри Рэнквист. Кодовое слово Хелен. H-E-L-E-N. Но теперь эти две жизни пересекутся. Ты продумал путь отступления? Выйду через главные ворота. Позвольте взглянуть на ваше приглашение. Конечно. Вот мое приглашение. Молодец, и правда вышел через ворота. Откинься назад. Офис мистера Таскера. Здравствуйте, это Хелен. Он на месте? Гарри на совещании, миссис Таскер. Он ведь не мир спасает. За это я и не люблю террористов. Они не думают о планах других людей. Вы не могли бы нажать последний этаж? Привет, Хелен. Гарри что-то забыл в офисе. Если мне не уснуть, я прошу его рассказать о работе. 6 секунд, и я уже сплю. К женщине нужен особый подход. Гарри? Что ты здесь делаешь? Ты меня бросишь, если я расскажу. Знаешь, что это? Это автомат для приготовления мороженого. Нагреватель воды? Гарри! Джеймс Кэмерон, режиссер «Чужих» и «Терминатора 2», представляет. Арнольд Шварценеггер. Это боеголовка советской ракеты индивидуального наведения СС-20Н. Я вышла замуж за Рэмбо. Джейми Ли Кёртис. Ты убивал людей? Да, но все они были плохими. Правдивая ложь. Что я могу сказать? Я шпион.